В воскресенье в Хабдинском районе состоялось долгожданное событие. Жители поселка Хобда, пострадавшие от паводка, справили новоселье. Ключи от домов вручил аким Актюбинской области. На сцену для торжественного вручения приглашается... 30 семей обрели долгожданные дома. Поздравил с радостным событием и вручил ключи лично глава региона. Текущий год начался для хабдинцев с тяжелого испытания. Впервые за 30 лет в село пришла большая вода. Мы предприняли все меры, чтобы минимизировать последствия паводков. Наше единство помогло преодолеть трудности. Благодаря поддержке президента страны Касым-Жомарта Токаева в марте было начато строительство. А уже сегодня вы переезжаете в свои новые дома. В очередной раз мы продемонстрировали нашу солидарность. Если мы будем друг друга так поддерживать, наша страна будет стабильно развиваться. Это лишь начало. В ближайшее время начнутся работы по благоустройству, озеленению территорий. Со временем тут будет целый жилой массив. Счастливые сельчане поздравляли друг друга с новосельем, желая благополучия и уюта. С новосельем поздравляем и от всей души желаем терпения, умения, успехов, светлых окон и крепких стен, чтобы не было проблем ни с водой, ни с отоплением. Ну, короче, с новосельем вас! Ералы Тукжанов выразил свою признательность подрядным компаниям, рабочим, которые в сжатые сроки сдали дома в эксплуатацию. Работы на строительных площадках велись круглосуточно. К домам подведена вся инфраструктура – газ, вода, электричество. Новоселам дома передали уже в чистовой отделке. Вы обещали, что ни один пострадавший не останется без внимания, и все будут обеспечены жильем. Обещание свое вы сдержали. Не прошло и 3 месяца, как мы получили жилье. Большое спасибо за поддержку. Дом для этой семьи построил казахстанский файтер смешанных единоборств Шавхат Рахмонов. Напомним, в ходе посещения поселка он встретился с жителями, пострадавшими в результате весеннего паводка, и сообщил, что в качестве поддержки построит дом для одной семьи. Всего в ходе паводка были потоплены 79 домов, 22 дворовые территории. Анастасия Евсеева, Азамат Сауханов, телеканал «Актюбе».